Значит так, Серёня у нас заболел, проигрался, заходился голым, показывался свои татуировки и соски, и ведет себя весь день, как беременная женщина. О. Так, друзья, Даша у нас сегодня ведет себя, как беременная женщина. Нет, это Серёня. Хочу пойти на улицу, будет. Хочу рис, ой, не хочу рис, хочу творог, ой, не хочу творог. Ой. Раз 40 одевал носки. Сороконожка. О. Короче, у Даши болит живот, потому что. Ты придумываешь. Ничего не болит, как здорово. Все, болит живот, ты мне говорила. Мы из-за этого не пошли в магазин. Нет, мы не пошли в магазин, потому что у кое-кого сегодня беременность на стадии 9 месяцев. В Питере вот так вот. Белые ночи в Питере. Время сейчас, знаете сколько? 10. Солнце только садится еще. Я без ног. Ты бежишь. Короче, Даша достала вести себя как беременная женщина. Нет, Сереж, это неправда. Напишите ей в личку, чтобы она вела себя не как беременная женщина. Смотрите, у меня прям лицо беременной женщины. Опасность. О, чувак нас решил пропустить. Привет, ребята. Так, гормона. Что-то. Заблокировать. Приедешь в Уфу. Приезжай в Уфу. Мне кажется, в августе. Скажи, что мы сегодня путешествуем с тобой. Или в июле. В двух городах. Сегодня уже июль, Сереж. Когда в Уфе этот? Да. Что там пишут? Да блокирую всяких говнюков. Блокируй. Пишет привет из Саратова. Пишет привет, шляпа. Банку. Банк хотел, чтобы показали. Ну, хочешь, я поснимаю. О, банка. Давай я тебя поснимаю, Сереж. Давай я поснимаю тебя. Ты поснимаешь меня? Да. И так что? Давай, и что так снимаешь? А как ты меня поснимаешь? Ну, зачем? Нормальную камеру, Сереж. Тут же камера плохая будет, пикселизация. Давай. Так я тут от интернета зависит. Нет, нет, да ты там показываешь грузовик. Хватит, ну что ты снимаешь-то? А что ты снимаешь? Что больше? Чего у тебя больше? Шарики. Привет и Греции. В Саратов не собираемся. Даша была в Греции. Даша была в Греции. Даша гречанка практически. Гречка. О, 27-28 августа в Уфе конференция будет, все верно. Мы идем в магазин. Нам надо купить... А ты список дома оставил, молодец. Мне кажется, я сфоткал. Хотя, может быть, и нет. Ну да, ты что, не опять, да? Хотя да, хотя нет. Хотя да, хотя нет. Так, ну что тут у нас? У нас светло. У нас вообще белая ночь тут. Жара. Я, короче, сейчас заболел. Даша как беременная женщина ведет себя весь день. Ну, они уже поняли, что беременная женщина, да ты, Сережа? Ты беременная женщина. Даша такая беременная женщина, блин.
И потом сплетни вот эти, что Даша беременная женщина, Сереж. Объясни всем. Ну. Ну, что ты беременна? Так. Как быстро успеваешь блокировать этих тварей? Ну, это же нормальный телефон. Про комаров, научился на комарах. Потому что у меня нормальный телефон. Не разбитый. Так. Я зайду и иду. Смотри, сколько Дашенька маленькая у меня. А лайки же не ставят. Че лайки не ставят? Даша не беременна. Она ведет себя как беременная женщина. Нет, Сережа, это ты ведешь себя. Он очень капризный, когда болеет. Даша нет. Даша у нас очень капризная, когда болеет. Сереж, не слышишь, что я это говорю, а ты суфлируешь. Они ничего не слышат. Они тебя не слышат, они меня только слушают. Они меня слышат. Напишите в комментариях, что Даша беременна, ведет себя как беременная женщина. Нет, пишите, ребят, что он очень капризный и вредный, когда болеет. Слава богу, что он делает раз в год. Потому что у нас белые ночи, поэтому... Мы его красиво заказали, так получается, когда ты снимешься. Очень красиво. И с сердечками. Закат из розовых сердечек. Видишь, как мы видишь, хорошо растет лайк. Мы синие. О, ну ладно, друзья. Давайте всем мир. Всем пока. Мы пойдем в магазин за чем? За чем-нибудь. За фумигатор в первую очередь. За туалетной бумагой.